Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия» Владимир Виницкий и Владимир Семин проверили ход капитального ремонта в многоквартирном доме номер 9 в третьем рабочем переулке города Голицыно. В инспекции приняли участие представители управляющей компании и старшие по дому. Как сообщил Владимир Семин, качество работ на объекте и сроки их выполнения подрядная организация соблюдает. Основная часть уже проведена. Замечаний по качеству ремонта у жителей дома нет.